гены менять? Ну, конечно. Два убила мяч за головой. И отсюда вывели в прямую руку выпад и отбив плечом. Отбили, да. Ну, здрасте. Аккуратно, без мяча попробовать. Я вам дам, вы что, перевороты не можете делать? До того, переворот.
делать повороты. У меня бетонная там. Вот смотрите, вы должны... Что тут делать? Отсюда. Шпагат. Отбить переворот. Ну, вил. И ручками, вот когда он переворот. Ты сделала, Маша, переворот? Давай сделаем просто. Раз. Да. И два. Вот теперь сделай с мячом. Кто у кого получается, пробуем с мячом. Пожалуйста, на голову. Да. Руки надо держать. Если руки не согнутся, то не упадете. Вы же прямые руки в мозг ставите. Раз. И встала два. Нет, ты отбив делай. Раз. Да. И взять. Ох, аккуратно, Велиславочка. Так, это мы сделаем, да? Дальше. Куда ты перевернулась? После этого вы встаете и делаете мне равновесие. Я сейчас скажу, кто как. А равновесие, она, получается, правую ножку будете поднимать. Вы делаете вот так, сверху. Боковое в наклон. Так? Да, и наклонись мне. Подними правую ногу. Ну-ка, подняли. Посмотрели. Сейчас я покажу, как будет делать Вера. Вот теперь. Смотрите все внимательно. А какая у тебя наша правая нога? Вот так открываете руку. Рука будет с мячом вот здесь, впереди. Вот теперь. Открыли ножку в сторону. На раз. Мы сгинаем ножку вот так, загнули, да? Рукой не помогаете, вы будете без помощи рук делать. Вот теперь раскрываешь ногу вот сюда, делаешь наклон. Рука где с мячом? Наклон, наклон, полупалец, отбив, отбив и встала в стяжку. Попробуй с мячом. Стой. Так, рука вот здесь, ножка раз. Раз, согнула. Два, вытянула, полупалец, отбив и поймать. Вот теперь посмотрели, как делается отбив. Далее передайте мне мяч. Посмотрите, вот прямая рука. Вот так. Отбив вы должны сделать просто. Раз, перевернули, поймать. Раз, поймать. Раз, поймать. Не в бок, а вот перед собой. Отбив и поймали. Он вам прям... Еще раз говорю. Так, попробуй, Вера, сделай. Я посмотрю других девочек, кто сможет вот этот боковой без... Раз, раз, подняла. Нет, тебе нужно поднять высоко колено. Вот изначально ты сгинаешь ножку, высоко-высоко подняла, и от колена ты раскрываешь ногу. Раз, выше, выше, вот, два. Будешь работать. Раз. Два, полупалец, полупалец, отбив, поймала. То же самое Смирнова делает, пока увидела Светличную. Машу, Тасю, Тась, покажи за это. Раз, коленочку поднимай, два. Пока делаешь, Тася, и прыжок, два, и три, себе, голова, четыре. И раз, и два. Дошли на прямых ногах. Три и четыре. Велислава, делаю туда. Раз и два. Выходи. Раз, один, четыре. И двигаемся. Раз. Пять, шесть. И семь. И шаг. Восемь. Один. Раз и два. Поймали, четыре. В правую руку передали мяч. В правую. Отсюда. Раз. Мишу. Голова. Отсюда. Три. И четыре. Только вы делаете с прогибом. Дальше. И раз. И один. Два. Теперь. Три. Три. Пока. Дальше. И
раз, какую, и два. Так проще. Правый. Ну, тяни носочек. Ногу же подняла. Смотрите, что мы делаем. Вот вы сделали равновесие стяжки. Дальше. Вы встаете вот так. Смотрите, что вы делаете. Так, папа и стяжка. В диагональ, да, поворачиваетесь. Делаете вот так. Смотрите. Раз. Так. И красиво встали два полупалец. Это все в диагональ. Так, смотрите, давайте рундом сделаем. Вот квадрик сделаем. Сюда, борт. Рука наверх. И встали два. Вот теперь показываю мастерство. Вы должны сделать, вот вы встали в диагональку, зажали ножки в мяч в стопу. Теперь, смотрите, это можно не снимать. Сделаем с вами кувырочек вперед. И вот вы должны мяч как бы подкинуть, раз и поймать, оторвать его от пола, да? Вот зажали, сделали кувырочек, да, да, правильно, Эля, вы его должны выбросить. Понятно? Раз, и его только выбрасываете, вы его ногами вверх и руками делаете руку. Да, Эля, вот на это посмотрели. Стася, ты вместе с ним, ты его не выкинула. Вот вы его должны как бы чуть-чуть выкинуть. Получается, ногами на импульс. Нет, ты просто с ним. Еще раз. И. Нет, ты его не... Покажи как. Стася, давай. И. Раз. И так вновь. И. Два. Вот теперь дальше. Вот теперь смотрите, садитесь. Зажали в стоп. Нужно его подкинуть? Да, вот вы когда делаете, вы должны его отбить и поймать. Когда ты уже, получается, ноги сгинаешь, вот ты подбит, когда ты в колено падаешь. Это я уже умею делать это. Давайте пробуем. И стоп тут не сни. Можете повыше, можете вот здесь зажать. Нет, коленку. Нет. Можете вот здесь зажать. Как вам удобно. Попробуйте так и так. И рука. Раз. И отбит. Два. Значит, делайте здесь, пробуй вот здесь. Нет, он поближе. Открыла. Вот. И два, три, пальчик. И три.
начала. Сначала сделали, девочки, сами. Давайте повторите.